Население Германии достигло рекорда из-за притока беженцев. Согласно официальной статистике, в стране сейчас проживает почти 83 миллиона человек. В прошлом году в ФРГ приехало жить на 750 тысяч человек больше, чем уехало из нее. Немецкая экономика нуждается в большом количестве рабочих, которое и может быть достигнуто за счет притока мигрантов. В основном беженцы прибывают в Германию через Грецию и балканские страны.